Всем привет! Всем привет! Мы находимся в столице острова, в городе Пальма-де-Майорка, на площади Испании, точнее, под ней. Да, мы спустились на подземный паркинг. Здесь очень здорово организована парковка, очень много свободных мест. Если бы не этот паркинг, то я даже не знаю, где бы мы припарковались сверху. Там мест просто нет. Такая отличительная особенность Пальма-де-Майорка – это то, что здесь организована целая сеть подземных парковок в центре города. Это очень удобно. Как платить и выезжать с этой парковки, мы вам покажем чуть позже, когда будем делать это, потому что сейчас мы отправляемся на увлекательную экскурсию по столице острова. Точка. Друзья, мы, как обещали вам, рассказываем про парковку. Да-да-да. Мы оставили машину в 15:20, сейчас 20. В общем, она простояла здесь часов 5, наверное. Вставляем наш сейчас билетик. Сейчас не 20, сейчас 22:45. Да, почти 11 часов. В общем, простояла она здесь часов 6. Вставляем наш билетик. Специальный аппарат. Аппараты установлены только на одном уровне. 14:20 стоила парковка за все это время. А может быть, нажмем назад? Так. Что мы имеем? Имеем мы застрявшую карту. Нет, карта не застряла, но... Дайте наш билет, засовывай обратно. Переключаем на английский. Давай. Без траблов не получается. Да, снова. Давайте... На английском теперь попробуем языке. Хопс. Отлично, английский. Что это print за рецепт? Распечатать чек. Понятно, нам не надо распечатывать чек, нам надо оплатить. Переводи. Следующую инструкцию. А, вводите пин. Ввели пин. Да, вроде как нам повезло на этот раз. Мы оплатили. Ура! 14:25 евро, 10 минут мудоханье, и мы оплатили эту парковку. И у нас есть 15 минут, чтобы выехать. Свалите отсюда в ужасе. Все, побежали. Так, ну что, уезжаем. Я так понимаю, что нам этот билетик, который мы оплатили, нужно будет засунуть в приемное устройство. Какие узкие здесь улицы, а? Проезды. Ну что, стрелочками вперед. Опа! Все, шлагбаум поднялся. Ура-ура, мы выезжаем. Ну все достаточно удобно. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не было парковки. Дом. Поехали. Ура!